выкуплен для нашего клиента Kia Carnival третьего поколения в максимальной комплектации Noble Special 2018 год. Нестандартная решетка радиатора, пороги, хромированные диски, штатный размер шин 235/55/19, бежевый салон, пробег 39 274 километра, дисплей Supervision между колодцем тахометра и спидометра, круговой обзор, звуковые парктроники, беспроводная зарядка для смартфона, электрический стояночный тормоз, автохолд, подогрев и вентиляция переднего ряда сидений, подогрев руля, адаптивный круиз-контроль, мультимедиа на руле, ни одной заглушки, контроль полос, датчики слепых зон, розетка 220 вольт, передний ряд сидений с электроприводом, память на двух водителей, акустика крил, металлические накладки на педали остались от предыдущего владельца, салон со стороны правого переднего пассажира, вместо верхнего бардачка здесь дублируется монитор, установлен потолочный монитор. Есть здесь и подсветка. Шторки, сетки на окнах. Второй ряд сидений. Он с подогревом. Выход USB, розетка. Крепление для детских кресел Isofix. Именно в этом автомобиле уже постелены коврики, так называемый доширак. Электропривод пятой двери. Багажник. Здесь скрывается четвертый ряд сидений. Он еще в заводских пленках. Им не пользовались. Подкапотное пространство. Дизель 2.2. Мощность 202 лошадиные силы. Фактически и по документам. Если вы заинтересованы в приобретении подобного автомобиля напрямую из Южной Кореи, без посредников, с честным пробегом, по честной цене, обращайтесь к нам. Контакт указан в описании под этим видео и на нашем сайте koreablisko.ru. Благодарю за внимание. До новых встреч. Заезжает Kia Carnival. Комплектация Noble Special